Доброе утро, дорогие друзья. В студии программы «Наше утро» Анна Шамбадал, наша уральская, Павел Савченко, ну такой же. Ну что же, мы продолжаем говорить о тех самых лучших местах нашего Южного Урала, потому что мы прогуливались и кое-кого нашли. Правда, знаю сегодня? Я одно такое место. Это город Магнитогорск. Именно из него. Ну, я не знаю, вот кто как знает город Магнитогорск, а я Магнитогорск узнал только по одной простой причине. Там работает скрипичный дуэт «Вилона». Гениальные, легендарные артисты, которые известны всему региону и далеко за пределами. Да что там, для первых глав государств эти артисты играли, а сегодня они у нас в студии. Доброе утро. Привет. Просим любить и жаловать. Посмотрите, вот эти замечательные снежные королевы сегодня к нам просто вьюга, и вас как будто бы занесло. Девчонки, скажите, пожалуйста, у нас сегодня тема нашего эфира — прогулки по Южному Уралу, но мы знаем, что вы объехали весь мир. Это действительно, это не фейк, это правда? Это не фейк, это правда. Мы были и в Германии, и в США, и в Италии, так что мы очень, скажем так, обладаем обширной географией. И вот здесь важно заметить, что не как я в Италии был, просто как бы звездой лежал, а люди работали там вообще. Да. Вот, и вот с твердостью вы сейчас можете сказать, что Южный Урал, он самый красивый, да ведь? Можем, с легкостью. У нас есть очень красивые места. Вот, кстати, про эти места. Есть ли любимое какое-то место силы на Урале, куда приезжаете вот после этих гастрольных сумасшедших графиков и прямо тишина? Да, озеро Банное. Там просто, можно сказать, местная Швейцария, потому что там проходит Уральский хребет, и эти красивые горы, особенно зимой, заснеженные, это просто, ну, что-то фантастическое. Ну, собственно говоря, да, я там тоже бывал. Хорошо. Мне кажется, свою любовь сейчас девчонки отобразят в музыкальном произведении, правильно? Свою любовь к нашему... Итак, уважаемые телезрители, в нашей студии уникальные артисты. И это наше счастье — просыпаться в понедельник вместе с ними. Скрипичный дуэт «Вилона».
Спасибо огромное, это было очень талантливо. Это вот те самые артисты, которые действительно создают настрой и на весь день, и на всю неделю. Струнное шоу Вилона. Ну а прямо сейчас давайте посмотрим, что можно сделать на этой неделе. Афиша.